провел в России. Флаг России трехцветный, белый, синий, красный. Герб золотой двуглавый орел. Главный город России, наша столица Москва. А вот географический центр нашей страны расположен на берегу Таежного озера. Озеро называется Виви и находится в Двинкине. Озер здесь множество, и вода в них такая чистая, что ее можно пить. Зима в этих краях холодная, небо ясное, звезды яркие. В древности эвенки представляли созвездие Большой Медведицы огромным небесным лосем, а Млечный Путь — снежным следом от лыж охотников. Настоящие охотники эвенки делают лыжи из дерева, а снизу подбивают мехом. На таких лыжах любого зверя догонишь. Эвенкийская зима суровая и долгая, а лето совсем короткое. И Новый год здесь отмечают с приходом тепла. Он наступает с первым кукованием кукушки и зовется Икинипке. И, конечно, и в праздники, и в будни детям здесь рассказывают сказки. И каждая из них как драгоценный самоцвет. Случилась эта история в далекие времена, когда весь мир обнял на синей спине, умещался. Thank you.
мне с ним делать с непутевым? Ничего доверить нельзя. Как его за рыбы пошлёшь? Опять эту чудить чего-нибудь? Слушай, а возьми его с собой на рыбалку, а? Матрушек серьезный, однако присмотришь там в случае чего. Thank you.
ходил, а? Где ходил, где ходил? Папа и чудо бывало так. Слушай, дай-ка поесть. Давай показывай! Чего принес? Золотой хвост принес! Будет у нас теперь и еды вдоволь! И оленей много! И работать не надо! Много лет с тех пор прошло. Только несколько долгих времени пройдохань, а Кит до сих пор и остался.